Есть кто живой? Дозорный, вперед! Заезжай! Куда прете, бля, козлы? У вас инструкция есть, как для мудаков, бля, написано. Видишь трупы? Смело вперед, трупы кончились, стой, бля. Тебя там ждут. Чего еще? Здесь есть один. А что это он? Ты вывеску, бля, читал? Читал. Мунерных, ёпты. Кто я? Он может заминирован. Ну понял. Как точно. Ну все. Не верю напускать. Боец. Ну, не верю. Подожди чуть-чуть, тогда старшего, в конце концов. В чем дело? Что за крики? У меня больные не кормлены, пропустить на столовую. Не, никак невозможно, надо ждать. Нет, пропустить хоть меня, я хоть шприцы возьму для уколов. Давай, 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 сюда иди! В чем дело, смотри? Вроде живой, как будто мертвый. Ничего страшного. Ацидозный кризис. Адреналиновый шок и пройдет. Понимаешь, блядь, какая петрушка? Смотри на мои ботинки. А? Нет, ты только посмотри. Блядь, я такой грязненький. Это, блядь, это дождь пойдет, все, блядь, ботинки полны грязи, там пойдет, все, конец. По траве не пойдешь, мины, о как. Посмотри, блядь, шнурки, нихуя, да что ж такое-то, да шнурки не развязать. Ну что это не развязывается? Всех как расстреливать надо, всех. Где мои ребята? Где Васька? Слушай, Витьке голову оторвало. Серега снайпер завалил. Серега, какой парень был. Слушай, давай. Кали давай что-нибудь посильнее мне. Так чтобы мои ребята не видели. Придержи. В толк не возьму. Что это было такое? Ты знаешь, что на войне самое главное? На войне главное не победа. На войне главное смерть. Я страха не знал никогда. Ну, может, голова страха и не знала никогда, но тело знало всегда. Толстого прочитал. Почему один человек убил другого человека и радуется? Почему радуется? Смотри, бля, уговор никому. Понял, бля?